Всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале. Сегодня замечательная погода, у нас валит снег. Это просто здорово. Ну, как сказать здорово, кому-то не очень, это заносы на дорогах, это все остальное. Но зима и снег — это две вещи, которые должны быть вместе. Потому что зима без снега — это как брачная ночь без невесты. Но сегодня не про снег, сегодня про то, что у каждого человека, который боится по каким-то либо причинам заказывать машину из Японии с аукциона, появится шанс. Но про шанс чуть-чуть позже. Сегодня что я вам хочу сказать. Вы все прекрасно знаете. Кто не знает, я тем расскажу, что я давным-давно занимаюсь свап-комплектами, моторами, коробками из Японии, из Владивостока. В общем, грубо говоря, на японскую технику я могу привезти все, что угодно, начиная от свап-комплекта и заканчивая какой-то небольшой запчастью. Я занимаюсь этим довольно давно, но скоро выйдет серия роликов, которая посвящена запчастям, которые пришли конкретно моим подписчикам. Это отдельно, ну как сказать, ну это отдельная радость лично для меня, что люди получили эти запчасти благодаря тому, что меня смотрят. Это, я считаю, большой плюс лично для меня. Я вам это тоже покажу, посмотрите, поглядите. Но суть не в этом. Суть в том, что еще плюс ко всему я могу привезти автомобиль под полную пошлину и также могу привезти автомобиль конструктором, распилом, как угодно. И буквально вот-вот, до Нового года, мною будет заказываться автомобиль. То есть это автомобиль праворуки с аукциона где-то в районе от 800 до 1 300 000. Вот в этом промежутке. Ну, можно от 700. То есть вот в этом промежутке автомобиль будет мной заказан и привезен в Россию, растаможен и будет продаваться. Поэтому у вас, у кого есть желание приобрести автомобиль, но вы переживаете, то есть вы можете мне заказать любую машину, если вы не сильно переживаете за... Ну, точнее, не то, что не сильно переживаете, а понимаете, что нужно будет что-то оплатить, потом запастись терпением и ждать. Кому все это интересно, переходим ВКонтакт, пишем мне ВКонтакте, я вам там все конкретно рассказываю, более-менее развернуто, чтобы не тратить сейчас на это время. То есть там все достаточно просто. Единственный... Ну, кому как, кому минус, кому плюс, это нужно доверять человеку, которому ты, ну, которого ты просишь это для тебя сделать. Если доверия нет, то это ваши нервы. Если есть доверие, то все, если человек квалифицированный, все будет сделано правильно, грамотно и хорошо, без всяких лишних там вопросов. Так вот, будет заказываться автомобиль в любом случае. Тот, кто хочет приобрести себе какую-то машину, но по каким-то... там, своим убеждением, боится, переживает, что вот он переведет деньги, его могут кинуть и так далее и тому подобное, можете написать мне ВКонтакте, что я хочу вот такой-такой-то автомобиль. Если заявок будет много, я из них выберу одну, которая мне более по душе, более подойдет, и именно такую машину я и привезу. То есть я с вами свяжусь, мы с вами договоримся, какой вы хотите автомобиль. То есть, ну, вы выберете модель, ну, к примеру, образно говоря, там, Toyota Corolla Filter, да, ну, к примеру. Вы говорите, что я хочу вот такую машину с таким-то мотором, с таким-то приводом, такого-то цвета. Я привожу такой-то автомобиль, и только после того, как он, как вы сможете его потрогать и пощупать, ну, изначально мы с вами обговариваем сумму, за которую это все будет привезено, и сколько эта машина будет стоить во Владивостоке без учета доставки до вашего города, там без разницы, где вы находитесь. После этого, то есть, только после того, как вы увидите, вы за нее отдадите, ну, все деньги. То есть до этого такого ничего не будет. Поэтому, если вы хотите, планируете, ну, или желаете сейчас купить такой автомобиль, переходим на основную страницу, находим ссылочку для контакта, заходим туда, ну, естественно, открывается моя страница, пишем мне сообщение и в сообщении указываем все ваши, ну, желания либо хотелки. Либо, если вы, ну, не хотите долго писать, просто напишите свой номер телефона и информацию про, ну, какую машину хотите. Я вам сам позвоню, мы с вами пообщаемся, и тогда уже более конкретно на этом моменте остановимся. И будет вам счастье, радость и автомобиль. Ну, а те, кто просто хочет заказать, тоже милости просим. Пишите, пишите, какую машину вы хотите, сколько вы готовы за нее заплатить. Я с вами свяжусь, мы с вами все обсудим. И если все получится, я с удовольствием помогу вам в приобретении праворульного, беспробежного, честного аукционного автомобиля.
Для тех, кто просто такой легкий экскурс, для тех, кто все-таки сам как-то покупает автомобили, многие, знаете, хотят купить, знаете, вообще, ну, не бывает дешево и хорошо, все это вы прекрасно знаете. Но некоторые берут машины с оценкой, ну, то, что она слегка битая, то есть, но маленький пробег. Слегка битое — понятие растяжимое. Конечно, да, в Японии все честно, в Японии не крутятся пробеги, в Японии не продают битые автомобили, но запомните одну вещь, что в Японии живут тоже люди, которые тоже хотят зарабатывать деньги. Там не ангелы, там обычные люди. И бывают такие схемы, что машины продаются на, скажем так, жестких аукционах, как битые, они реально битые. Они покупаются, восстанавливаются, и на более-менее строгих аукционах они продаются как там битые слегка с заменой, к примеру, переднего бампера. На самом деле там морду отхерачили и приварили. Сделано качественно, сделано отлично. Скорее всего, вы, наверное, никогда об этом и не узнаете, что это так было. Но это если нет. А если вы об этом узнаете, то, скорее всего, будете сильно разочарованы. Поэтому, когда все-таки выбираете аукцион, ищите аукцион по, скажем так, посерьезнее. Пусть там машина будет подороже, но она будет лучше. И, кстати говоря, вот-вот уже приходит мой Toyota Vitz, который тоже будет продаваться. Если кому-то интересно, также пишите мне ВКонтакте, я вам расскажу, что за машина, где, как, почем и каким образом можно будет ее приобрести. Все честно, все без каких бы то ни было подводных камней. Ну, в общем-то, чем хотел я с вами поделиться, я с вами поделился. Лайк, дизлайк, подписка, все можно, ничего не запрещается. Ну и жду от вас предложений ВКонтакте. В любом случае, машина мной будет куплена. Если никто ничего не предложит, я, в принципе, есть у меня варианты, какую бы я хотел. Я недавно увидел такую тачку. Я вообще не ожидал, что вот она может быть такая. Я всегда думал, что это прям грусть, печаль, разочарование, но оказалось, нет, это реально прикольная, красивая, современная, мало того, молодежная машина. И если никаких не будет интересных предложений, вами предложенных мне ВКонтакте, то я привезу ее. Ну, на этом все. Всем пока. И помните, главное помните, что не бывает плохих автомобилей, бывают только плохие хозяева. Всем пока.